Тема переселения из ветхого и аварийного жилья довольно длительное время была благодатной почвой для любителей ругать власть и указывать ей на недоработки. Город Слободской действительно на несколько лет выпал из программы, которая позволяла производить подобное переселение. Акцентирую внимание о том, что напрямую ни один муниципалитет, в том числе и мы, в федеральную программу выйти не может, только после того, как это сделает субъект. В данном случае работа была проведена и на уровне правительства области. Мы все необходимые документы готовили, обновляли, направляли в сроки. И на сегодня есть постановление правительства Кировской области от 6 февраля 2018 года, номер 74П, мы его, конечно, позже получили, в котором прописано, что в 2018 году муниципальное образование город Слободской участвует в программе переселения из ветхого аварийного жилья. Финансовое обеспечение программы – 98 миллионов 334 тысячи рублей. Эта сумма складывается из федеральных средств, фонда реформирования ЖКХ, областных, а также должен вложиться и местный бюджет. Казалось бы, софинансирование невелико – 1%, но и эту сумму придется поискать. Кажется, что это немного 1%, но это 983 342 рубля. Которые на сегодня в нашем бюджете не предусмотрены. На ближайшем заседании Думы мы будем делать предложение депутатам, какие статьи урезать, чтобы обеспечить участие муниципалитета в этой программе. Почти 1 000 000 рублей мы должны будем найти. В нашем городе подлежит расселению почти 3000 квадратных метров жилья. Это жилые помещения, которые по заключению специализированной организации признаны аварийными до 1 января 2012 года. Всего таких жилых помещений 87. Из них 33 находятся в частной собственности. Существует несколько вариантов, как может происходить расселение. Первый вариант – выкуп у собственников. Раз у нас есть собственники, да, выкуп этого жилья у собственников при обязательном условии, что должна быть проведена оценка выкупаемого жилого помещения. Второй вариант – приобретение жилых помещений на вторичном рынке. Жилье должно быть благоустроенным, оно должно быть равнозначным по площади, что очень сложно соблюсти. Оно должно отвечать установленным требованиям санитарно-гигиеническим. И здесь нам нужно будет создавать специальные комиссии, которые будут оценивать приобретаемое на вторичном рынке жилье. Соответствует, не соответствует. Но эта работа нас не пугает. Мы, собственно, так приобретаем жилье для детей-сирот. Есть еще третий вариант – строительство многоквартирного дома. Но по понятным причинам Слободскому он не подходит. Программа заканчивает действие в текущем году, а построить дом до 31 декабря с нуля невозможно. Заказать проект, пройти госэкспертизу проекта и построить дом невозможно. Поэтому этот вариант мы не рассматриваем. Хотя земельный участок у нас зарезервирован, он есть. Если программа продолжится в дальнейшем, и она будет не такие ограниченные сроки, тогда мы эти варианты будем рассматривать. На сегодня мы рассматриваем только два варианта – выкуп и приобретение жилых помещений на вторичном рынке. В первые дни следующей недели в администрации состоятся собеседования с теми гражданами, кто попадает в программу переселения. Специалисты администрации обсудят с заинтересованными лицами следующие шаги по реализации программы.